одной звезды российского женского фигурного катания, победительницы этого этапа Алены Косторной. Фильму «50 оттенков свободы». И причем музыка эта была предложена к показательному номеру самой спортсменкой. А в постановке принимали участие как Данил Глихенгауз, так и, разумеется, Этери Тутбери. Алена Косторная, очередная звезда российского женского фигурного катания, очередная звезда тренерского штаба Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова, Данила Глихенгауза и Сергея Розного. Совершенно потрясающие спортсменки показывают феноменальные результаты из этой группы. Три этапа из трех выиграли, соответственно, Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. А ведь там же еще выступает и Алина Загитова, наша несравненная олимпийская чемпионка. Про победы российских спортсменок, которые еще совсем недавно выступали на юниорском уровне, мы говорим постоянно. В этом сезоне практически безостановочно. Но ведь есть и еще одни фигуристы, которые...